Я мера мироздания, и глубина, и ширина, и воплощение знания. Я корень слов, источник жизни и миров. Я формирую бытие твое, ее, вселенной всей. Источник я любви своей, которой космос заполняю. Я так живу и процветаю, и буду жить и процветать. Любовь и счастье воплощать, заполню этим все миры. Где буду я, где будешь ты? Ведь я и ты – две меры этой красоты. 6 декабря – день Митрофана. Сегодня почитают Митрофана Воронежского. Родился Митрофан в семье благочестивых родителей, был женат. А вдовев 40 лет отправился в Золотниковскую пустыню и принимает там постриг. В 1682 году становится епископом Воронежским. Митрофан заботился об укреплении православия, боролся с старообрядчеством, занимался созданием новых обителей. Будучи воронежским епископом, он оказывал поддержку Петру I в создании российского флота. По сегодняшнему дню судили о том, какая погода будет летом. В это время традиционно устраивали народные гуляния, пекли пироги, варили пиво. Сегодняшние посиделки сопровождались играми и забавами. Окончательно устанавливался санный путь по снегу. Чествовали в этот день Александра Невского, знаменитого полководца и русского князя. В течение всей своей жизни он не проиграл ни одного сражения. Сегодня устраивали особые гуляния, которые назывались канун. Девушки варили яйца, пекли пироги и проводили время за беседами и гаданиями. Сегодня плели лапти, обувь из бересты. Лапти носили летом. Старались плести больше лапти, поскольку береста быстро стиралась. Приметы. Если сегодня дует северный ветер, идет мокрый снег, то и 6 июня будет ветер и дождь. Если сегодня редкие облака, погода будет холодная, а небо ясным. Ясный и круторогий месяц предвещает зимнюю стужу. Если верхушки у лиственных деревьев порозовели и поднялись вверх, зима будет мягкая. Вокруг луны видны розовые и тусклые кольца. Это к морозам. Облака горят на закате, к ясной погоде. Есть особый день в году. Наступает в темноту. Новым годом он зовется и для всех людей дается. 6 от конфет, отвертки, запах мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Ой, веселись, 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 народ, наступает новый год. Он врачу нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалом входит счастье в каждый дом. Эй, веселись, 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 народ, наступает новый год. Он что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курок попей. Веселись, 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 народ, наступает, наступает новый год. Он что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Бам-б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 ам